Сколько фокусов вокруг, вот земля свершает круг, вот старушки на скамейке игнорируют подруг, проводящих так досуг, будто жизнь цена копейка, вдребезги взорвется вдруг неразлучных двух подруг. Двух подружек неразлучных, их друзей совсем не скучных. Здесь надежный соглядатай, я гляжу на них поддатых, и прошу мне подарить не свободу, а терпенье. Пусть ценой стихотворения или над строкой корпенья жизни что-то говорить.